доложите о том, как идет работа, через две недели. Через две недели. Лично мне, письменно. Распишите все буквально по вот этой методичке, табличку составите. И везде по методичке, по каждому району проставите. Сколько чего у кого отведено, сколько не отведено, сколько перезаключено, не заключено договоров. Созданы ли посты, заключены ли договора с водолазной службой на то, чтобы там организовать работу спасателей и так далее.